Всем доброго дня. Специально для тайлинга записываю новый тест системы строения для мультиплеера. Так, в общем, три приста, как ты просил. У первого. Ну, у всех первая кнопка — это баррикады. Строят, кстати, они. Но это я потом, наверное, выправлю, пока они строят боком. Ну, там модель надо отдельно вертеть, чтобы они ее ставили правильно. Вот. Вторая кнопка, это у них что-то вроде бункеров у всех идет. Ну, самый первый инженер, соответственно, деревянный все. Все деревянное, унылое и так далее. Ну и третья кнопка у всех турель. Вот это первый инженер. Ну, такой слабенький. Но турель болтерная. Пока. Потом на мультилазер, я помню. У обычной имперской гвардии заменим. Хэви болтер останется у Крига. Так, второй инженер. Погнали. Первая кнопочка. Это значит, ну, такой же железный ободок, только уже с мешками, с песком сразу. Вот. В общем-то, эта штука не так легко будет уже разваливаться, как те мешки с песком обычные. Так, вторая кнопка. Вторая кнопка, вот такой вот опыт каменный. Тоже должно быть хорошим укрытием. И, собственно, третья кнопка — это турель. Потом я кнопки распределю, чтобы было более непонятно, какая кнопка за что отвечает. Так. Турель ванкушер у второго инженера. Третий инженер, самый топовый. Первая кнопка, опять же, баррикада. Такая очень удобная, удобная баррикада, танками не сносится. Вторая кнопка. Вторая кнопка у него — это бункер. Так как это самый топовый инженер, у него бункер на второй кнопке. Бункер потом, если надо, заменим. И на его строительство нужно некоторое время. Да, кстати, есть такая мелочь, надо будет, видимо, тоже выправить. Он бункер ставит вперед задом. В общем, как видишь, если мы хотим поставить бункер туда лицом, да, к врагу, то нам нужно развернуться к нему задницей. Но это я тоже исправлю, это потом будет нормально. Вот. И в итоге он его поставит туда лицом. Сейчас давай поставим пока турельку. Турели, кстати говоря, по прицелу отлично ставятся. Тут вопросов нет. Надо бы все, конечно, настроить, чтобы ставилось по прицелу. Вот. Ну, пока КДшки нет, потом я КДшки расставлю, он не сможет ставить, спамить турельками, ну, максимум там одну сделает, две может заиграть, это уж как скажешь. Так, бункер, собственно, поставился, как мы хотели. Вооружены обычным пистолетом, лазерным, лазган. Такие вот присты. Это значит, что касаемо имперской гвардии. Сейчас Криговских тоже написал, но в другом видео тебе покажу тогда. Все, всем пока.